Привет всем любителям мобильного интернета. Сделал вот такой автомобильный роутер. Ну, это роутер 9 категории. Две антенки. Крепится вот такими крючками. Спинки подголовника. Можно сюда прикрутить присоски и все приклеить это на стекло. Скорость в данной локации, сейчас показал вам, порядка 120 мегабит. Вот если через стекло посмотреть. Можно поставить выносные антенки сюда, вот на эти стекла, чтобы не вот эти ушки были, а, соответственно, выносные антенки. Ну, в принципе, чуть попозже покажу, как они выглядят. Всем пока, до связи.